Всем приветик! Долгожданная посылка пришла, но я в шоке, потому что колесо пришло не 18 сантиметров, а 22. Они, видимо, что-то перепутали. И ужас! Какое оно большое! Капец! Значит, стоит оно 199 гривен. 200 почти. И где-то тут размер был написан-то. А, вот. 22 сантиметра. А я заказывала 18. Сейчас мы его размотаем. Ну ладно. Больше это не меньше. Я думаю, это не хуже. Так, 76 гривен 30 копеек стоит вот эта вот тарелочка, диск. 17 сантиметров. Короче, сейчас все размотаю и покажу вам. Джесси, ты не представляешь, что тебя сейчас ожидает. Я сейчас тебе кое-что поставлю. Вот оно какое. Большое. Значит, а это наш диск. Я сейчас поставлю диск. Сначала попробуем. Она как раз не спит, Джесси, хорошо. Так. И колесо. Бесшумное пока что. Так, Джесси, забираем твой любимый шар. Прости, но у меня есть что-то для тебя намного лучше. Джессика, ну-ка подожди, отойди. Давай я его поставлю сюда. Так, сама. Давай-давай, Джесси, побежали. Побежали. Смотри, оно крутится. Джессичка, иди, моя девочка, сюда. Давай. Будем тебя мотивировать идти наверх. Так, так, правильно, правильно. Не-не-не-не, не туда. Не туда. Залазь. Заходи, домик закрою. Не пущу тебя в домик пока что. Я чем-то пахну, я орешками пахну. Я кушала орешек только что и пахну. Ладно, с этим она разберется, я думаю, еще. Так, да. Почти. Ну, Джесси, теперь самое главное. Смотри, какая конструкция у тебя. Гуляй, не хочу. Так, заходим, нюхаем. Это первый раз она это все видит. Побежали? Побежали. Везде выход. Все спокойно, никаких опасностей нету. Вот это раздолье! Это тебе не шарик там 14, или сколько он там, 13, 14 сантиметров. Это тебе аж 22. Я надеюсь, оно не будет скрипеть. Джесси, давай ускоряйся. Да, правильно. Побежали. Сначала там будешь бегать, потом на диске будешь бегать. Тебе тут физкультуры хватит. Спортсменка, блин, похудеет еще, не дай бог. И потом попка не будет такая толстая. Жалко, конечно, что не было этой штуки. У них в наличии не было стенки той. Говорит, пока не предвидится завоз, говорит, может быть попозже. Но если честно, то уже и некуда ее и поставить, эту стенку. Потому что
Действительно, места не так и много. Джесси, разбогати, и куплю тебе еще больше контейнер. Так что подписывайтесь на канал, приглашайте друзей, чтобы нам там с Джесси на клетку еще, на контейнер побольше насобирать денежку. Я и сделала такой мостик. Там у меня кормушка. Где-то он там лазит как раз. Это у меня клубничка тут лежит. Вот. И домик у нее теперь вот эта вазочка. Она туда всего натаскала, бумажек всяких, опилок, там живет. Там, я думаю, должно быть прохладнее, чем в деревянном домике, потому что она глиняная. Глиняная ваза, ну, натуральная, как бы, ну и дерево тоже натуральное, но мне кажется, что глина. Нужно керамику, керамический домик. Я хотела, но на этом сайте не было керамических домиков. Может быть, буду где-то в зоомагазине, куплю, если встретится. Ну вот, поздравьте нас с обновками. Такие вот у нас обновки. Наверное, нужно сделать вот так вот, для того, чтобы оно стояло на ровном месте. Намного опилок получилось в этот раз. Хочется, чтобы она там побегала все-таки. Я думаю, что она еще разгуляется. Она сейчас все обнюхает, все изучит. Потому что ей еще немножко страшновато. Сегодня в контейнере все переставила. И еще куча новых предметов, конечно. Вот так вот. Она тут тоже себе устраивает жилище, я так понимаю. Так. О, что-то берет скушать. Это она сухофруктину взяла. Джесика, что ты кушаешь там? Джесси, девочка. По-моему, ей нравится. Как вы думаете, что нужно изменить? Чего добавить, что убрать? Я постаралась все так гармонично сделать у нее. Вот. Ну, мне кажется, что тарелочка, когда стоит под мостиком, ей там уютненько кушать, безопасно. Она себя чувствует как в домике и себе спокойно кушает там. Будет меньше в дом тянуть, надеюсь, потому что вечно она в доме куча еды затягивает. Вот такое большое у нас колесо. И теперь получился маленький диск. Смотрите на фоне, что было и что стало. Да, Джесси, смотри, сколько у тебя теперь всего. Но я, конечно, шар этот не буду ставить. Я думаю, что он лишний теперь. Абсолютно. Хотя, видите, она его сейчас выбрала из всего. Ну, я думаю, это просто привычка. Ей там кажется безопаснее. Вот мы его уберем. Может быть, поставлю у нее в вольере. Пусть там бегает. Ну, я
Чуть-чуть скрипит. Да. Вот блин. Все-таки скрипит. Ну, придется смазать тоже маслом. Да, сейчас смажу маслом. Надеюсь, это поможет. Все, ребятки. С вами была Виктория и Джесси. Вон она опять вылезла. Нет, опять спряталась. Подписывайтесь на канал Jess Life Home Online. Ставьте пальчики вверх, если вам понравилось видео. И пишите свои комментарии. Всем пока. ПС. Смазала его оливковым маслом. И... не скрипит. Конечно же, это временный эффект. Со временем оно начнет опять скрипеть, но это же недолго смазать. На пару дней хватает, а то и больше.